Приветствуем всех наших зрителей. С вами вновь рубрика «История серии игр» от портала xgames-tv.com. В этом выпуске мы расскажем вам историю очень известной серии игр «Сталкер» от отечественных разработчиков. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. «Сталкер» — серия игр, разработанная украинской компанией GAC Game World, создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и экшен-эдвенчу. События игр разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии, в 2006 году зона отчуждения подверглась неожиданному аномальному воздействию, в результате которого физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились. Появилось множество аномалий, артефактов и мутантов. В идеях игры явно прослеживаются влияние книги братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Разработка игры началась в 2001 году с создания компании GAC движка X-Ray, который выдавал весьма качественное изображение и поддерживал почти все современные технологии на тот день. Анонс самой игры состоялся в конце того же года. Сюжет строился на концепции «Звездных врат» с постройками ацтеков. Проект получил название Oblivion Lost. Однако такая задумка показалась разработчикам вторичной, к тому же требовала проработки множества виртуальных миров, что небольшой фирме было не по силам. Требовалась уникальная для игровой индустрии идея, и в марте 2002 года, после поездки компании GAC Game World в Чернобыльскую зону отчуждения, концепция игры полностью изменилась и стала напрямую относиться к ЧАЭС. Теперь она называлась Stalker Oblivion Lost. Был немного переработан движок, в частности его графическая часть. Предварительно игру планировали выпустить в конце 2003 года. Первыми были разработаны две игровые территории. Первая – ранний вариант локации Кордон, ограниченный отвесными скалистыми склонами, главной достопримечательностью которого являлся завод, позже вырезанный из финальной версии игры. Один из приближенных к GAC людей отметил, что моделировали локацию, ориентируясь на некоторые местности Крыма. Второй локацией стал НИИ Медприбор, который впоследствии был переработан в НИИ Агропром. В мае 2003 года появился издатель игры, компания THQ. По ее рекомендации название изменили на окончательное – Stalker Shadow of Chernobyl. Разработчики назвали первую более точную дату релиза – середина 2004 года. Но в связи с переходом на новый рендер игра в срок не вышла, и в июле 2004 года THQ официально объявила о первом переносе даты релиза на 2005 год. В феврале 2005 года GAC вновь изменила дату релиза на неопределенный срок, сказав при этом, когда будет готово. Разработчики полностью погрузились в доработку и усмирение системы Alive. Кроме этого, большие изменения произошли в геометрии уровней, полностью переработаны несколько локаций. В мае был детально проработан сюжет, оставшийся без изменений до самого релиза. К концу года игра была практически готова. Присутствовало множество особенностей, позже вырезанных. Количество ошибок вновь заставило перенести релиз. В 2006 году началась последняя стадия разработки – оптимизация и бета-тестирование. В марте было принято решение доработать DirectX 9, что несколько отодвинуло релиз. Было объявлено, что игра должна выйти в первом квартале 2007 года. Через несколько месяцев дата стала более конкретной – март 2007 года. Оставшиеся месяцы GAC тщательно дорабатывали игру и проверяли на наличие всевозможных багов и различных ошибок игры. 20 марта 2007 года игра была официально выпущена. События самой игры начинаются в мае 2012 года по игровой хронологии. Во время ночной грозы из-за попадания молнии разбивается грузовик, перевозящий тела людей. Утром случайный сталкер обследует обломки и находит единственного выжившего – главного героя. Тот обнаруживает у главного героя татуировку «Сталкер» и КПК с единственной записью «Убить стрелка». Спасенный не помнит своего имени и прошлого, поэтому Сидорович нарекает его «Меченым» из-за татуировки на руке. Выясняется, что «Меченый» был пассажиром грузовика смерти. Так сталкеры называют грузовые автомобили, периодически появляющиеся предположительно из центра зоны, и кроме «Меченого» в них еще никого не находили живым. Через год после выхода «Тень Чернобыля» выходит «Сталкер. Чистое небо». Дата выхода – 22 августа 2008 года. События игры – это предыстория оригинальной «Сталкер. Тень Чернобыля». В 2011 году группа сталкеров подобралась очень близко к центру зоны. В результате случился сильнейший выброс, который полностью изменил зону. Там, где ранее были безопасные территории, появились аномалии, в результате чего целые отряды сталкеров оказывались запертыми среди них и погибали. В
Вместе с тем, от аномалий освобождаются территории, о которых раньше ничего не было известно. В результате разгорается вражда между группировками за новые территории, поля артефактов и сферы влияния. Начинается война группировок, однако зона остается такой же нестабильной, ее часто сотрясают выбросы. Эти и последующие события описывает данная игра. Главным героем является наемник по имени Шрам. Он вел через болото группу ученых с лагеря на Янтаре, когда произошел большой выброс. Все члены группы погибли, однако наемник выжил. Он был найден на железной дороге сталкерами группировки «Чистое небо», секретной группировки, которая изучала зону и причины ее появления. Сталкеры доставили тело Шрама на базу группировки, где он пришел в себя. После выхода «Сталкер. Чистое небо» через год вышел «Сталкер. Зов Припяти» — сиквел к игре «Сталкер. Тень Чернобыля». Выход игры состоялся 2 октября 2009 года. После того, как выжигатель мозгов был отключен и проход к центру зоны оказался открыт, правительство Украины решает провести крупномасштабную военную операцию под кодовым названием «Фарватер». Целью операции является взятие ЧАЭС под контроль военных. Первая группа военных была направлена для воздушной разведки территории и составления детальных планов расположения аномальных полей. Это должно было позволить впоследствии продвигаться по безопасным маршрутам основным группам военных. Однако план проваливается. 5 вертолетов разведки оказываются уничтоженными. Для того, чтобы узнать причину такого фиаско, служба безопасности Украины направляет своего агента, бывшего сталкера, майора Александра Дегтярева, в центр зоны. Однако план проваливается. 5 вертолетов разведки оказываются уничтоженными. Для того, чтобы узнать причину такого фиаско, служба безопасности Украины направляет своего агента, бывшего сталкера, майора Александра Дегтярева, в центр зоны. Первостепенной задачей Дегтярева является поиск 5 пропавших вертолетов, в каждом из которых содержится часть некой важной информации. После отключения выжигателя мозгов, группы сталкеров начали массово подходить к центру зоны. На местности под названием Затон и в окрестностях завода Юпитер начали образовываться отряды вольных сталкеров и бандитов. Из группировок Долг и Свобода также пришли на эти земли самые отчаянные их представители. Война между ними продолжилась. Вот и подошел к своему логическому завершению уже третий выпуск передачи «История серии игр». В следующем выпуске мы поведаем вам об истории Warcraft. Не пропустите, будет интересно. А пока что мы прощаемся до следующего выпуска. Следите за нашими анонсами. И не забывайте заходить на наш сайт xgamesdefistv.com. И также подписывайтесь на наш канал, подписка на который у вас на экране. До скорой встречи на X Games. Не переключайтесь!